Хей-хей-хей, здарова всем, ребята, Кентуха на проводе. Я сегодня еле проснулся, но я все-таки проснулся для того, чтобы вам показать то, что, ребята, мать его, на рынок вышла новая коллекция Cursed Souls. Поэтому, ребят, присаживайтесь поудобнее, я сейчас вам расскажу, что же лучше покупать, что же лучше продавать и на чем можно поднять и заработать голды. Ребят, перед началом всего этого я спрошу только одно: прожмите, пожалуйста, огромнейший лайк, потому что я хотел бы именно тебе подарить 1000 голды. Прямо сейчас лайк, подписка и любой хороший комментарий. Ну что же, ребята, приятного просмотра. Прямо сейчас, давайте, чтобы вы не думали, что это картинка или фотошоп, я захожу на рыночек, и у нас, ребята, есть самый последний фильтр, называется Cursed Souls. Прямо сейчас, ребят, мы просто посмотрим, что и как и почем. Давайте внимательно смотреть. Я беру этот фильтр, как видим, рынок лагает, ребят. Неудивительно, потому что он лагает, потому что коллекция вышла на рынок, и рынок лагает. Ну вы знаете, все, короче, как обычно. Ребята, самый дорогой скин в этой коллекции, я бы никогда в жизни не подумал, но это Аркана М110. И чтобы понимали, эта Аркана только дешевеет, потому что сегодня с утра она стоила ровно, мать его, 40 тысяч голды. Просто представьте, я сегодня с утра просыпаюсь, ну перед съемкой этого видеоролика, я схожу, и вот этот Celestial Beast стоит 40 тысяч, мать его, голды. Я такой, да ё-моё, добытку не может. Ну, оказалось, еще как может, ребят, 40 тысяч голды. Вы бы дали за это 40 тысяч голды? Но, честно говоря, ребят, похоже на какую-то анкомонку, поэтому ясен пень. За 4К голды, да даже за 2К голды я покупать не буду. За 1500 голды я еще, может быть, его куплю, поэтому, ребята, пока что не спешите покупать эту Аркану, потому что она, ну, прям 100% подешевеет. Смотрим дальше. Нож Танта Рестлис. Ребят, данный нож Танта есть у каждого второго школьника, и я могу сказать только одно, но тоже не спешите его покупать, потому что я уверен, я просто готов поспорить с кем угодно, то, что он будет стоить еще дешевле. 1300 голды для такого ножа, который есть у каждого второго, это слишком-слишком дорого. Так что, ребята, давайте смотреть дальше. Дальше у нас идет Charm Yokai. По поводу Charm Yokai, ребят, могу сказать только одно, то, что, в принципе, 700 голды вполне адекватно за такой брелок. Но что-то мне так подсказывает, что цены тоже будут дешеветь, потому что, ребята, пас вышел буквально сегодня ночью, и большинство людей еще не знает то, что он вышел на рынок. Поэтому, ребят, по поводу этого брелочка, что могу сказать, немножко подождите. Я советую их закупать, потому что со временем они точно подешевеют. Ой, подорожают, блин, как подешевеют. Если подешевеют, они надо закупать. Со временем точно подорожает, и вы сможете на них нормально навариться. Новая эмочка Importal. Кстати, эта эмочка мне очень нравится. Всего лишь 450 голды. И для разнообразия я, пожалуй, ее все-таки себе куплю. Особенно, знаете, есть брелочек в виде этого демона, да? И вместе с этой эмочкой просто идеально он сочетается. Это прям очень-очень круто. А я вам сейчас покажу. Видите, вот эту эмочку запомнили, да? Да, вот с этим же брелочком прям идеально сочетается. Поэтому, ребят, если вы здесь купите вот эту эмочку, я сразу вам советую, сразу покупайте к ней брелок. Просто посмотрите, лаки на рынке, я в шоке, рынок как лагает. Так, ребят, ну что ж, давайте выберем самое-самое основное, это чармы. На чармах реально каждый из вас сможет подняться. Особенно чармы за 200 голды, ребят, ну я готов поспорить, посмотрите, какие-нибудь красивые. Буквально через пару месяцев они будут стоить гораздо-гораздо дороже, поэтому я себе, ребят, парочку чармов прикуплю, и возможно даже я сделаю буст на какой-то из чармов. Я не скажу, что именно это, но вполне вероятно, что я сделал буст на какой-то из чармов. Блин, Charm Kitsune Mask, вот это сосочка, ребят. Я, конечно, все понимаю, но я не понимаю только одно. Как можно было сделать, насколько идеальный скин, блин, ребят. Просто представьте, я вот Анетке все, вот, подарю таких брелков штук 5, чтобы она на все свои скины прилепила их. Акерн Найт Фьюри, ребят, ну, это очень дорого, и это АКР однозначно будет дешеветь. Ну что я могу сказать, что будет, ребят, дорожать в цене? То есть, естественно, со временем будет дорожать, ну, Штанта, но это должно пройти очень много времени. М110 тоже будет дорожать, но должно пройти очень много времени. Чармы будут дорожать, но, опять же, должно пройти очень много времени. ТЭК-9, ну, ребят, этих ТЭК-9 у меня лично, ну, наверное, штук 10. У моих подписчиков их, наверное, миллион. Поэтому, ребят, я вот эти ТЭК-9 точно не покупал бы. 5-7 тоже не покупал бы. АКР тоже не покупал бы. Чарм Чочин Обейк. Тут, ребят, 50-50, потому что это уже чарм, это уже легендарочка. В принципе, ему скажешь, он есть у каждого второго, но тем не менее, почины. Если хотите что-то прикольное купить. Кстати, посмотрите, какая прикольная анимация изо рта идет. Посмотрите, да? Ну, типа, тоже неплохо, ребят. С вас лайк, подписка, да? Я даже не видел. Обалдеть.
Кстати, мне очень интересно посмотреть, а сколько стоит переливающийся стикер? Где он? Ребят, это эпик. А я чуть не понял. А, вот, ну, 18 голды, а чё так дешево? А чё так дешево-то, ребят? А чё за бдираловка? Блин, ребят, ну прям капец, как обидно. Что можно сказать еще по данной коллекции? Как мы видим, ребят, данная коллекция в цене особо не подросла. То есть, грубо говоря, есть такие коллекции, когда скин какой-то выходит на рынок. Например, там, знаете, как было с коллекцией Dragon Rise. Что есть скины, которые стоят там по 10 как голды, по 15 как голды. Тут же самый другой скин стоит 2800 голды. И я уверен, что он будет дешеветь. Вы просто посмотрите, какая ситуация на рынке, ребят. Все скины прогружаются максимально долго, все максимально лагает. А все из-за чего? А все из-за того, что рынок просто переполнен этими скинами. Просто посмотрите, как же все лагает. Так, ребят, по поводу стикера Ордж. 6 голды. Ну просто посмотрите прямо сейчас, ребят, на наших с вами глазах. Этот стикер дешевеет, потому что его все продают. Просто посмотрите, его все продают за 6.23. За 6.20. Поэтому, ребят, я скажу только одно. Данный стикер будет дешеветь, поэтому я вам скажу. Если хотите заработать... Только не на этом стикере. На арканах. Кстати, вот реально, вот хороший свет. Можете скупать все арканы, только я бы не советовал бы нож Танта скупать, потому что, ребята, мне кажется, он будет еще дешевле. Например, там до 1000 голды, я думаю, он дойдет сегодня вечером. А там уже посмотрим, потому что еще многие не знают, что пас вышел на рынок. Вот я, например, у меня есть два ножа Танта. Я, ребят, 100% ножа Танта продам. И слушайте, мне еще одно очень-очень-очень интересно. А давайте посмотрим на другие коллекции. Ну, например, давайте выберем, ребятки, нож Бабочка. Но я думаю, вам всем интересно точно так же, как и мне. А изменилась ли цена или нет-то? Давайте посмотрим, ребят, внимательно присаживаем. 2500 голды, 2400. Посмотрите, я впервые такое вижу. Цены не понизили почти. Почти не понизились. 1900, 1780. Я в шоке. У меня такое ощущение, что на Cold Flame цена даже немножко подросла. Потому что, если не ошибаюсь, он вообще стоил 1800 голды. Ребят, я просто в шоке. То есть, я впервые в жизни такое вижу. То, что цены наоборот максимально стабильная, и при этом вышла новая коллекция. А как такое возможно? Ха-ха! Я, ребята, просто в шоке. Посмотрите на Керамбит Голд. Керамбит Голд вообще ни на одну голду не подешевел. Наверное, даже подорожал, потому что стоил 90, а сейчас 92 тысячи стоит. Керамбиты. Керамбиты тоже, ребят, не подешевели. Я просто в шоке. А ну давайте я еще выберу ради интересной MLS-коллекцию. Просто ничего в цене не изменилось. Просто, ребят, прожмите лайк за выход такой коллекции. Я в шоке. Так, АВМ-ТХ как стоил, так и стоит. Керамбит Голд как стоил, так и стоил. АВМ-С... Да, блин, ничего не понизилось. Закуп на Испигинес Тус подорожал. Был 12к, теперь 15к. Обалдеть, я просто в шоке, ребят. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что никто ради коллекции Servant Souls не готов продавать свои ножи. И поэтому, ребят, эта коллекция 100% не будет очень дорогой. Но, тем не менее, если вы скупите аркана, вы тоже сможете неплохо навариться. Так что, ребята, прямо сейчас прожмите лайк, напишите любой хороший комментарий, если хотите получить на халяву 1000 голды. С вами был ваш Кентуха. Всем хорошего настроения. Бегом на рынок. Всем удачи. А, и подпишитесь на мой канал и на мой второй канал. Всем удачи. Всем пока.